сегодня цех — это просто идеальное место. Шикарный свет. Вчера мы красились, да, вечером. Темно. Суровые металлурги недоумевают. Салон красоты гости устроили прямо в цехе. А по соседству организовали танцпол. На высоту 239 приехали 150 танцоров. В промышленных пейзажах они снимают клип. Один из цехов ЧТПЗ облюбовали московские хореографы. Гарик Рудник, Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко – постановщики шоу «Танцы» на одном из федеральных каналов. В Челябинск именитые танцоры приехали не в первый раз. Все потому, что они наставники проекта «Равный равному». Ставят номера южноуральским коллективам и ребятам с инвалидностью. Мы первый раз, когда приехали, мы пообщались с ребятами, приблизительно думали уже на ходу, что мы будем делать. И нам сказали, что есть такой вот завод, есть такая локация, показали фотографии. Мы такие: вау, очень крутой завод, почему бы не попробовать? Мы приехали сюда, все посмотрели и начали вот уже там воображать себе. Я вот начал там придумывать какие-то образы, ну и так далее, так далее. Вот родилось, что родилось. По-моему, очень круто писать. Танец не имеет границ. Вот главный посыл проекта. Участники клуба «Наше место» для молодежи с инвалидностью доказали это на съемках. Стойко держались 18 часов и раз за разом повторяли одни и те же движения. Рядом с профессиональными танцорами действительно танцевали на равных. Если выполнять точно, как говорит хореограф, то, конечно, это трудно. Но ты пытаешься все равно как-то все-таки где-то рядом, где-то вот прям это. Но были моменты, когда делаешь, и эх, но все равно не туда. Но все равно берешь и делаешь. Команды московских наставников будут соревноваться между собой полгода, а хореографы готовить участников к финальному танцевальному батлу. Именно там презентуют снятый на ЧТПЗ клип. Анна Андронова, Артем Большаков, ОТВ.